Что можешь сказать? Ну, места тут непроходимые, но только не для нас. Вот единственное место такое жесткое. Но это надо было середина идти. Еще один, смотри, глобалист. Я же прямо тогда проехал вроде. Езжай. Вон, что ты посюда не проехал прямо? Я что, идиот? Я его присосало, все. Иди помогай брату, выталкивай. Как я помогу? Сестра-то сейчас заглохнет. Братка! Эй, колобака! Представь, что ты один. Дай бы бросил за пешком, пожалуйста. Да, это ты. Он стоит. О! Вот так, стоит. А что ты серединой не пошел? Я же здесь же серединой шел, нет? Ну, здесь. Да я сглупил. Полез в колею, как идиот. Ага, блядь, сейчас. Иди, помогай! Я, сука, перееду нахуй просто, если ты так будешь стоять и все. Ты подождешь, может? Да хули я буду ждать? Девчонка! Плачешь, да? Нет. Наталье видео пошлю, блядь. Будешь плакать. Короче, стиаль, как брат мой. Короче, давай сам. Сейчас. А сейчас еще чуть-чуть, и можно будет оставлять его здесь. Нет, чтоб ты...